Мы отступили для перегруппировки. А потом начался настоящий хаос. Артефакт был уничтожен. Магия, которая связывала драктиров, рассеялась. Ишнала, друзья, с вами Лунный Монах. Сегодня мы продолжим погружаться вглубь истории Драгонфлайт и попробуем опередить Саркарета в поисках священного артефакта Нелториона, той самой перчатки, при помощи которой он управлял сознанием драктиров и заставлял их повиноваться. Начнем после небольшой интеграции. Представляю вашему вниманию сервер Cirrus, уникальный проект по World of Warcraft на базе клиента 335. На Cirrus'е можно поиграть за Нагу, Драктира, Пандарена и прочие кастомные расы. Попробовать свои силы в Burning Crusade контенте, переписанном под 80 уровень. Посетить уникальные кастомные поля боя и арены. А также попробовать свои силы в сражении с Королем Личом и отчаявшейся Джайной, которая следует сразу за ним. Переходите по ссылке в описании и попробуйте сами испытать опыт совершенно другого Варкрафта. Да, в пещерах Заралек, на удивление, тоже можно отыскать постройки титанов. Древние механизмы и тайные комнаты, за которыми скрыто множество интересных вещей. Наша задача сейчас – отыскать клубеньца и одного клиента из драконьей экспедиции, освободить их из плена. И еще мы должны узнать, где скрывается Саркарет и что он ищет. Прекрасный денек, чтобы поколупаться в каком-нибудь механизме. Скоро увидимся. О, приятных тебе... Ох, слава Ладогриве! Мы свободны. Благодарю за спасение. О, это ты? Как же я рад тебя видеть! О, нужно уходить отсюда. Чую мою гусеничку, она где-то рядом. Твою гусеничку? Ну, то есть мою... А, забудь. За мной. Неужели... Неужели отец укрыл этот артефакт в Налксколе? Я найду его. На юге есть брошенное хранилище титанов. Отец обосновался там и назвал его Налксколл. Наконец-то я узнал, как добраться до Аберия. В ближайшем хранилище титанов лежат схемы всех чертежей и баз Нелториона. Надо попасть туда. Шепот открыл мне истину за пеленой лжи. Я свободен. Аберий откроется только самым преданным моим слугам. Ключи я спрятал в Налксколле. Гусеничка! Я знал, что это пахнет тобой. Улиточка! Ты цел? Я думала, что никогда больше тебя не учую. А я думал, что ты имел в виду червяка. Что это за прозвище такое? Не хотелось бы отвлекать вас, но у нас много дел. Не забывай, кто герой. Нам с тобой надо попасть в хранилище. Остальные идите назад в Луам. Там безопасно. Чего? Тут повсюду гигантские слизни, ядовитые бабочки и расколотое пламя. Я остаюсь с вами. Точка. И вообще, кто ты такая, что командуешь здесь? Я дракомандир Эмберталь, а это Абиссиан. Ага, конечно. О, вы и вправду... Без обид, но я думал, вы будете крупнее и страшнее на вид. Ну, как драконы, драктиры. У тебя очень хорошо получился Таурен. Выглядишь как Таурен, пахнешь как... Думаю, я лучше заткнусь. Но если вы идете в хранилище титанов, я тот, кто вам нужен. Нужен? Ну, конечно! Я много знаю о титанах. И Клубенц тоже много о них знает. Знаток титанов?
Думаю, нам пригодятся твои умения. Ну, раз остаетесь, далеко не отходите. Не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Ты же говорил, что ты знаток. Терпение, Эмберталь. Уверен, Реннон скоро во всем разберется. Да, только не подгоняйте. О, я тебя не заметил. Мы найдем свое призвание. Но я тебе еще про половину открытий не рассказал. Я всегда на шаг впереди. Есть только одна деталь, которую я упустил. Энергоядро двери разрядилось. Даже не знаю, что с этим делать. Послушай, мой червелапик, а эти машины снаружи не подойдут? Те, которые так ужасно жужжат. О, точно! Жужжащие сферы. Я поспорила с Клубеньцем, что он такую потрогает, и она его обожгла. Бедняжка еще неделю пах, как жареная мышь. Может, если поднесешь сферы к двери, они ее вжит и откроют? Отличная мысль! Уничтожим несколько защитных сфер Налксола, чтобы подобрать из них гудящее ядро сферы, и попытаемся открыть дверь титанов. Я как раз собирался попробовать. Давай-ка посмотрим. Жух! Вербальный обзорный ксенограф Вокс готов к работе. Введите запрос. Эй, неплохое название. Вокс. Пригодится для будущих изобретений. Я Реннон Корен из Драконьей Экспедиции. Я очень важная шишка. Впусти меня, пожалуйста. Личность неизвестна. Доступ запрещен. Абиссиан, давай лучше ты. Раз тут хозяином был Нилтарион, то может оно впустит дракона? Я Абиссиан, сын Нилтариона из Черных Драконов. Я желаю войти. Личность неизвестна. Доступ запрещен. А? Странно. У нас нет времени, Реннон. Пожалуйста, открой дверь. Личность установлена. Добро пожаловать, дракомандир Эмберталь. Ну, кто бы мог подумать? Почему ты не сказала, что сама можешь ее открыть? Я тоже ничего не понимаю. Откуда она знает, кто я? Это все Нилтарион. Войти могут только его офицеры. Вот как Саркарет туда попал. Да, а пока вы отбиваете хранилище, я останусь с Клубеньцем и Хурумой, чтобы защитить их от всякого разного. Эй! Как ты туда попал? Дезран, стой! Я не хочу с тобой биться! У меня приказ, Эмберталь. Никого не пропускать. Идите! Скажите Саркарету, что они внутри! Так точно! Но как же вы, командир? Это приказ Амитора! Бегите! Конечно! Расколотое пламя! Ну, чего ты ждешь? Давай! Добей меня! Нет. Довольно смертей. Я пришла остановить Саркарета и наказать его, а не убивать своих. Мы найдем... Иди дальше. Я позабочусь о ранах Дезрана и прослежу, чтобы он не мешал. Что ты хочешь доложить?
Давай приступим. Теперь я чувствую к Саркарету только жалость. Его больше нет. Где был Саркарет, осталось одно лишь безумие. Смотрю я на этих двух драктиров расколотого пламени и понимаю, что больше не злюсь. И я вижу, как они переглядываются в растерянности, не понимают, что ждет их дальше. Я тоже такой была, только когда очнулась в своей колыбели, а все остальные оказались давным-давно мертвы и забыты. Герой, я должна поговорить с этими несчастными. Поможешь мне? Мне сейчас пригодится поддержка друга. Ясного неба и крепкого ветра. Я дракомандир Эмберталь. Знаю, что с вами случилось страшное. Ваш лидер бросил вас. Позвольте, я помогу вам. Саркарет бросил нас, и я бы никогда так не поступил. Я бы пожертвовал жизнью ради него. Не за таким командиром я шел. Мне надо решить, что делать дальше. Ну, до встречи. Имя Эмберталь вселяло в меня ужас. Саркарет без конца рассказывал о ее преступлениях. Я считала ее жестокой, кровожадной убийцей. Но теперь я вижу, что Саркарет был совсем не таким, каким мне казался, как и Эмберталь. Она могла бы добить нас, но вместо этого она хочет повести нас за собой. Ясного неба и крепкого ветра. Не забывай, кто... Идем со мной в Лоам. Нам нужно многое обсудить. Веди меня, дракомандир. И меня тоже. Мы смогли помешать Саркарету управлять сознанием драктиров и уже второй раз уничтожили Хранитель Клятв. Первый раз его разрушил Рашагет, что очень красочно показано в одном из синематиков. Из интересных артефактов прошлого в Налксколе можно обнаружить скорлупу протодраконьего яйца. Она служит напоминанием о том, какой долгий путь прошли драконы и чего по итогу достигли. А здесь находится кусочек булыжника, который Малигас закинул в пасть Галакронду, отчего впоследствии Галакрон задохнулся и умер. Пусть он послужит напоминанием, что если подойти к делу творчески, можно справиться даже с самой гигантской проблемой. И еще на одной стене мы увидели кусочек когтя Галакронда. Как вы уже поняли, Нелтарион очень любит хранить и складировать всякие личные ценности. Ну а вы, я надеюсь, очень любите ставить пальцы вверх и подписываться на канал, если еще этого не сделали. С вами был Лунный Монах, и впереди нас ждет самая интересная часть сюжета. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить.